В эфире прогноз погоды. С вами Антонина Проценко. Здравствуйте! На деревьях 25 сентября много желтых листьев – примета того, что осень будет и ранее. Чуть позже поделюсь своими знаниями об этом не, а пока о погоде в Туле и области на ближайшие сутки. В городе Алексине плюс 8, плюс 10. В Ефремове плюс 9, плюс 12. В Белеве плюс 9, плюс 12. Но в Московске плюс 8, плюс 11. По прогнозам 25 сентября температура в Туле будет колебаться от 8 до 10 градусов по Цельсию. Пасмурно, дождь. Влажность воздуха составит 73-83%. Ветер западный до 9 метров в секунду. Возможны небольшие возмущения. Следите за здоровьем. С 25 сентября постепенно начинает холодать. Действительно, жизнь вокруг постепенно изменяется. В лесах можно реже встретить диких животных, дни становятся короче, а по утрам можно наблюдать заморозки. На сегодня у меня вся информация. Будьте счастливы и больше улыбайтесь. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.